что происходит в городе Екатеринбург, Свердловск, вокруг строительства храма, протестующих, заступающихся. Хотелось бы послушать ваше. Опять же... И которые выступают и говорят, мы не против церкви, мы не против Бога. Ну, никогда здесь не было ничего, нам больше в городе негде пойти-то. Мы здесь только отдыхаем-то. Зачем надо? А мы сказали... Рядом где-то Ганино, я там был, ходил, смотрел и прочее. Им там не надо храмов. Там в одном другом месте собираются, остальное такое пустое. А где понастроили храмов-то, попы говорят, такая высота, тепло не задерживается. Топим. Даже на топливо у нас денег нет. И поэтому идут на самое-самое, такие везде таинство, симония. Бога там не слушает никого. Господь говорит, с утра раннего я посылал к вам пророков. Одних убили, голову пробили. Ну, это притчи про виноградари, это же самое говорит. На этом событии мы можем заглянуть чуть-чуть за то, что есть. Меня спрашивают, а как вы относитесь со скорбью и печалью? А то, что народ вообще у них никто, никак. Вот, а теперь референдум сделать. А почему вы раньше референдум не сделали? Невзоров до этого говорил, я не хочу, чтобы попов снова с колокольни вниз головой спускали, как было в революцию. Вы прислушайтесь, что он говорит, он вашу пользу говорит. Меня никто не слышал и не прислушались. А может случиться так, что это действительно начало конца. Начало конца. И уже ничего не сделать. Если народу сейчас все покажут, какие попы что занимались, и сегодня протестантов в мире намного больше уже, чем православных, потому что они день и ночь проповедуют. Правильно, неправильно, там другой вопрос. Но они людям говорят, что Христос любит людей. Христос умер за грехи людей. Христос принимает вас такие, как вы есть. Но через это высветилось, что на благовестие не идут, народ не обращенный к Богу вокруг, и те, которые за и которые против, никого там нету. Зачем конфликтовать с народом? Это будущее, может быть, прихожане. То есть они не видят. Делается. И об этом надо молиться. Господи, да будет твоя воля. И потому я не могу сказать, чтобы этого не было. Почему? Проклятый удерживает меч Господень от крови. Проклят, то дело Господне делает небрежно. Надо проповедовать, они не идут, это проклятие. И горе мне, Павел говорит, если я не благовествую. Так он священник. Ну тогда соберите священников, сколько? Считаемое. Господь говорит, и как ты забыл меня, и я оставлю детей твоих. Это Иосиф пророк говорит. Я устал миловать. Бог устал миловать, да. И все будет отнято. И тогда исполнится пророчество, которое Анатолий младший говорил, Кукша, таких много было, Серафим Саровский об этом говорили, в каком состоянии будет церковь, Черниговский, Лаврентий. Будут, что бы будут ни было, я заранее написано, семикратно прославляю тебя за суды правды твоей, не за конфетки. Суды. Если бы они прислушались, что немедленно погасить можно, прямо сейчас же. Сразу же снять все оградки, попросить прощения. Мы не обдумали, заранее референдума не было. И благодарим мы мэра, благодарим вас, что пришли. И так, мы виноваты. Виноваты не просто уйти, а осознание показать, чтобы другие не... И другим сказать, и другие не стройте без разрешения народа. Это для народа делается храм. Иначе... Вот так, дорогой. Спасибо, Христос Игнать Тихонович. Все в этом ответе.